Вы не поверите, но мы вернули легендарный Danger Zone в CS2. Тут также есть ящики с вутом, ну и конечно зона, которая сужается и сближает всех игроков. Если что, название карты вы можете найти в самом конце ролика. Вам приятного просмотра и подпишись на канал, пожалуйста. Danger Zone пропал где-то год назад, но сегодня мы его возвращаем в CS2. И я уверен, что я займу первое место. Только вот единственный минус, я не... Оружие. На, найс. Я типочка одного убил. Подожди, я точно знаю то, что надо бежать быстрее к середине. У меня дигл. О, еще одного убил. Фига, карта здоровая. А, у типа это что был? Тоже дигл. Не, у него 7 патронов, мне такое не надо. Надо пойти вот сюда, вот. Во-во-во-во, мне вот эта штука нужна. Офигеть, карта здоровая. Пожалуйста, хорошее что-нибудь. Ну какой МП7, ты дурак. Ой-ой-ой, что там за говнюк? С одной пулечки кого-то убрали. Такое бывает, Олег, не переживай. Ну такого, кого-то неприметного. Купень ты, блин, реально. А где люди, Олег? Подскажи, пожалуйста. Ну маленький. Нет, направо беги. Направо, говорю тебе. Ну вот он туда. Ну, блин, вот. Тут карта 6 человек. Ну, она очень гигантская. Это... Правее, чуть-чуть правее. Вот тут вот? Вот чуть-чуть левее. Вот сейчас, вот, смотри, сейчас будет. Но да ё-моё! Хорошо, нормально, вот, нормально. Вот, у типа М-ка была. Да. Охренеть, да. Можно. Не, ну в принципе нормально. 4 человека у нас осталось против меня. Это что за ящик такой? Это оружие. Какое я уже лутал? Ну, вот а, здесь это... Ави, калаш, М-ка. О, вот это кайф. Най, у меня уже 5 киллов. Я конченый. Против меня остался один игрок. Один на один сейчас будем играть. Алё, ну открывайся быстрее. Еще М-ка. Не-не-не-не-не-не, честно. Мне кажется, ты себе калаша достаточно. Или ты ходишь на пол? Ну а вдруг Ави... Ой, какая ему жопа. На, легко, победа. Ну это факт, но это да, но сейчас заходит еще больше народу, и мне кажется, мы сможем поиграть в эту Danger Zone прям приближенно к тому, что было как раз в CSGO. Этот режим очень классный, но единственный минус, тут все оружие без скинов, и кейсхант это исправит. Ведь тут за ввод промокода ураган вы получаете шанс получить 4 бесплатные шмотки, такие как кейс, скин, рубли на балансе и проценты к пополнению. Все это вы получаете за ввод промокода ураган, ну а также этот же промокод дает вам 30% при пополнении баланса. Допустим, мне из бонус рова выпал вот такой вот кардиал, продаем его, на эти деньги откроем одного Мистерио, один Юспик, одну ССГ и один Авик. Все эти скины мы можем спокойным образом закинуть в апгрейд, допустим, на X5. Если апгрейд не залетит, то не переживайте, ведь тут есть система кэшбэка, которая вернет вам до 75% от изначальной стоимости скина. В дальнейшем эти же скины можно использовать в апгрейде, либо все вместе закинуть в контракт, где из нескольких пушек создается одна, и ее стоимость зависит только от вашей удачи. Поэтому досматривайте ролик и залетайте на кейсхан. Ссылочка и промокод ждут вас в описании. Я не знаю, я не особо-то и жду вот этого режима, потому что я помню, когда мы последний раз с тобой его снимали, мне он вообще максимально не понравился. А тут, ну как будто бы, как новый экспириенс CS2 прикольно выглядит. Самое главное сейчас успеть просто захватить пушечку. Справа тип прям рядышком. Вижу, где оружие лежит. Сразу бегу туда. Сразу к оружию, сразу. Пожалуйста, ящик рядом. Типа. Отлично. Я нашел хил. Я не успел, блин. Тут дуавы были, ладно. Охренеть, тип уже бегает с эмкой, если что. Так, давай-ка я тебя по приколу найду. Вот, бегает с меткидом, я понял. Ой-ой-ой, вот у тебя там два человека бегает прям перед тобой. Опа, юмпик есть. 25 на 15. Авик. А, у типа сразу авик, нормально вообще? 11 человек осталось у нас на карте. Блин, это мега имба, клянусь. Давай, легенда. Ой-ой-ой, Олег, и ты мне говорил что-то про стрельбу? С юмпа попробуй, блин. Юмп это вообще полная халява. Когда патронов немного. Нормально, экономия патронов это самое главное, что есть в Danger Zone. Ой-ой-ой, молодец, ладно, вопросов нет. Иди, забирай. Ой-ой-ой, а как того? Да, и кстати, тут есть зона. Если что, вот эта вся карта поделена у нас на 4 части, такие как оранжевая, красная, голубая и зеленая. Каждую минуту она сужается. Да, тебе надо быстрее бежать в синюю. Ты лучше на шифте ходи на всякий случай. Три игрока, если что, осталось. У тебя меткит есть. Как на него переключиться? Все, ты похил. А, это не ты был. Просто, ну, либо X, у меня на X было. Тогда колесико мыши. Один-один, Олег, осталось. Не работает, прикинь. Кое-что рядом, как будто бы попадется тебе сейчас.
Ну, такое бывает нормально. Для понимания, я хотел за авиком пойти, у меня начало хп. Я не мог взять медсприц, почему? У меня тоже он не берется, потому что у меня клавиша не назначена, но я просто мотаю это мышкой. Ну, посмотри просто, как дофига народу сейчас у нас. Сколько получается? Подожди, мне даже интересно. Вот сейчас в чате должно написать, а ну-ка. Короче, я сразу в центр бегу. 17 человек. Так, я сразу вижу пистолет. Бля, быстрее. Это, походу, ты рядом со мной. Дигл. Фига, там чел с ножа режет. А ты куда, сразу в синюю зону пошел? Гранаты вообще не берутся. Блядь, а это реально, это же тактика. Просто сразу бежать вот в синюю зеленую зону и кайфовать. Так, это говно, это мне не надо. Найс, надо вот одного сюда убил. А я услышал, где это было. А, это не ты. Давай, быстрее, быстрее. И что мне выпало? А, АВП. Ты прикалываешься. Нормально, такое бывает, Олег. Не переживай, самое главное. Олег, у меня АВП и М-ка. Как тебе такое? Ты вообще сумасшедший. Подо мной кто-то ходит. Очень и очень покрасив. А, тут еще есть третий этаж. Я не вижу, это ты 100% с МПшкой сейчас. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это ты сейчас дигва по мне напалил? Очень страшно, ты не представляешь, насколько страшно. Главное не переживать сильно, Олег, а то обосрешься. Да, ну это очень классно, клянусь. Вот есть какой-то момент батл-рояля. А нормально, что я слышу, с какой стороны мой чел хаешку кидает? Точнее, ну, да. Типа чел из моей команды. Да бред же, просто полнейший! А, я победил даже! Чел в зоне сдох, чтобы ты понимал. Ты понял, как ты выиграл? Ты да, понял, я понял. Ты просто типа накоцал, я стоял сверху, а он сдох от зоны. Имба вообще полная. У меня уже есть две победы. Какой же я жесткий в этом батл рояле. Это просто шок. А, смотри, тут можно выбирать, оказывается, на доске. Да. Где ты? А я не знал. Я охренеть. Ну, это я вообще этого не видел. Я думаю, ну что-то бегают все, стреляют по приколу. Так, давай. Вот я ганов не вижу. Боль только готов. Нет, мне это флешки, хаешки нахрен не сдались. Я просто бегу быстрее куда-нибудь в зону. Ура, нормальное оружие впервые за долгое время. Вообще ничего нет, я просто на ноже до синей зоны добежал. Честно говоря, я очень читерски поступаю. Я реально, я просто понял, с самого старта. Это самая гениальная тактика на самом деле, как будто бы. Ну быстрее открой. Спасибо. О! Иннокентий, W, меня убирает Савика. Сиди у нас, счетчик, значит, а ты. А где ты? Идиот, маленький такой с эмочкой. Ой-ой-ой. Человечка, заметили? Чего? Ну ладно. Ави где-то вот с этой стороны тебя увел. Ой-ой-ой-ой-ой! Как будто бы тебе надо на середину. У меня на середине, если что, были шприцы. Это тебе не надо. Тебе надо искать синий бокс. Синий бокс. Вот, а слышно. Да-да-да. Не, но здесь самое кайфовое, это реально передвигаться на шифте, чтобы тебя вообще никто не слышал. Таким образом кайфовать. Аккуратней будь. Тихо-тихо. Ой, я так посмеялся. Так, синяя зона сейчас у нас сужается. Я могу вот так вот взлететь и просто посмотрите на масштабы этой карты. Здесь, мне кажется, вот если с одной стороны посчитать, то здесь у нас вмещается 8 игроков. 8 на 4, это 32 игрока может поместиться у нас на этой штуке. Как будто бы, если столько собрать, это вообще... А, подожди, они 1-1 остались. А ну-ка, там жесткий файт должен быть. Не успеет, не успеет, не успеет. Блядь, успел, но... И он прям к нему в лапы. Не, честно просто скажу, мне очень нравится. Я хочу прям побольше поиграть. И я понимаю то, что эта мапа прям максимально для каких-то пабликов. А ну-ка, я хочу появиться, допустим. А, да, я сразу выбираю, меня тэпает. Я понял, нормально, кстати. Отлично, запускается. Вот я не знаю, что, как думаешь, крысина я делаю то, что я бегу. Нет, сразу в середину? Нет, надо сразу на центр. Ну просто, ну это как тактика. Будто бы это, ну, нечестно. Потому что да, я это пропёрся. Ну тоже верно, то, что все это могут, если что, сделать. Но как будто бы я уже это слишком много раз забудил. О! Алло. Нет, я знаю, что надо сделать. Надо сделать один раунд такой на ножах 100%. Это же мега имба. Подожди, у меня был бокс вот здесь вот. Вот. Нет, это не тот бокс. Мне этот бокс не нужен. Мне нужен бокс получше. Будет оружие сегодня какое-нибудь вообще. Я вот тоже бегу. У меня вообще... О, нашел. Пока. Я ухожу. Тишину ловим. Что мне там еще музыка так орет? Мне просто до сих пор нет оружия. А, я знаю. Я просто пока вот здесь вот посижу. Тип какой-то вылез. Там кто-то смог кинул на середине и лутается. Вот пока. Мою тактику своровал. Ну ладно, вот я сейчас вот так вот сижу, я его офну. Там вот человечек. Вон он бежит. Что у тебя там вообще все плохо? Вот. Нормально, не переживай. Бля, ну пикни, пожалуйста, пикни еще раз. Олег, на середине, там на зеленой зоне есть, кстати, вот я вижу этот болт, так что можешь пойти взять его. Да, сейчас пойду, конечно. Смотри, просто найди меня, и все, я вот так вот сижу, кайфую. И меня вообще, ну, по идее, никто не может увидеть даже. Но это до поры до времени. Ну тоже верно, сейчас зона сузится и придется жестко драться.
О, как оно работает, а? Какая тварь! Так, ну подожди, по идее у меня... В зеленой зоне кто-то был. Я подсказывать не буду. Не, ну это понятно. А, увидел. Где только что я вот здесь вот видел? Думаешь? 100%. Ой, блядь, я шагнул. Ты сразу активировал сейчас, понял, процесс запустил. Найс, третья победа! Как? Какой я жесткий! Тактично бред. Играю максимально. Это прям, ну, что поделать? Это, ну, киберспорт по батл-роялям. CS:GO. Да. Так, я могу пикать чисто вот эту точку. А ну, сейчас, подожди. Во все на ножах. Ты же понимаешь, что среди всех этих людей будет человек, который возьмет оружие? Нормально, смотри, вот это оберег самый главный. Это буду я. А, если ты возьмешь ганну, я тебя просто ненавидеть буду. Так, он ли ножи? А за мной уже там кто-то бежит, но я лучше просто возьму и убегу. Ну его нахрен. Мы все на центр бежим, да? Ну да. Не, ну вообще как угодно можете. Просто я убегаю, за мной тут два человека бежит и ножом машут. Ну реально, ты что? Прям есть гениальная тактика просто. Мне никто ничего не сделает. Иди отсюда. Ну там все в середине долбятся, кстати. Давайте, чё, попробуйте ко мне зайти. Давай. Давайте, давайте, я вам сейчас... О, на середине нет, не режется. Но они пока с его выиграют очень нет, даже. Лошара. Да, ну я типа жестко байчу. Я хотел наверх, брат. Они запрыгнуть. Вон там вот режутся. Все, я влетаю, я просто жестко сейчас влетаю. Так мы там все и были, да? Ты сам сказал, все на центр бежать. Ну там да. Реально, смотри, стоят. О, подожди. Ой, какой я бот. Какой я бот. Ну, бывает, я чутка запаниковал. Такое бывает. У нас осталось, получается, 10 игроков. Они вот таким вот образом распределены по карте. Подожди, в этой зоне вот только один человечек с МП-7. Смотри, чел с пистолетом, смотри. Где он? ДРП. Ах, он гад. А ну, у них на середине реально жестко. Сейчас Фэнгова реально трахнут, потому что у них 10 хп. Давайте, парни, месите его. Смотри, ДРП сейчас будет с оружием отстреливаться от всех, смотри. Не, ну это будет вообще максимально нечестно, если он так сделает. А ну-ка, где он? Так, подожди, ДРП. Ой-ой-ой, отстреливать. Ну, вот так вот, такое бывает, когда хочешь крысу выиграть, но не получается капельку. Не, ну, батлы на ножах очень офигенные. Сейчас зеленая будет. Вот, да, сейчас зеленая, и они... Нет, разве? Не знаю. Три человека осталось, двое сверху, один снизу. Они могут встретиться, это... А, ну, кстати, баланс офигенную тему выбрал, он просто сверху сел. Вот 25 хп... Я хотел туда запрыгнуть. Ну, тут чисто уже кто переживет, это китайские символы, легенда. Не, ну, так как будто прикольней, кстати. Олег, давай на середине просто один на один на ножах. Готов? Середина это что? Вот прям на зеленая зона, пойдем? На ножах? Да, вот прям сверху, на ножах. Ну давай, окей. Все, я просто бегу, самое главное, чтобы меня никто сейчас не покоцал. На ток добежать, да, вот ну, в этом. Ну вот я главное. Уже все, я на середине. Давай, я тебя жду. Я прям сверху. Я рядом тип. Бегу. Убивай его, убивай. Чем-нибудь. Бегу. Я ЦЗ-шку взял, защищать тебя буду. Это ты? Да. Давай. Готов? Давай. Тут П-90, это у тебя? Блять, гандон, да ты до Талова не говорил, кто ты? Я думаю, что за тип а стоит? Еще да подняться? Ты с П-90 стоишь на меня, смотришь что-то. Я думаю, подписчик типа смотрит, просто кайфует. Ладно, давай, это твой шанс, чтобы взять топ-1. Если ты его не возьмешь, ты лох. Леха, идет чисто гусей стрелять, я так понимаю. Олег, 1 в 2 остался. Один на один. Тип по тобой информация имеется, пятки можешь увидеть, блин. Я не буду подсказывать, где он. Не слышно ничего. Сиди там, каркает. Я тихо, я. Я один на один. Да, так я же тебе сказал, ты один на один остался, пятки можешь увидеть. Не, ну, кстати, посмотрите, по счету я гениален, а это все потому, что я просто перезапускал, поэтому нормально. Так, мы решили напоследок еще один ножевой раунд, прям на середину вскакивай. И начинаем жестко меситься. Что ты? Нет. Это ты? Да. То есть ты в красный домик забежал? А ну, подпрыгни, Олег. Ты на лестнице поднялся, да? Да. А, это ты был, ну ладно. Все, пойдемте, прям в середину идем и максимальный рейв устраиваем. Ой, гонится, не страшно. Да, у человека ножик имеется вот здесь. Блядь, мне уже страшно, но я просто буду того. Да я все ножи въебываю, почему я такой идиот? Я вообще разучился на ножах играть. Артемка, смотри, я тебе сейчас покажу, как надо врываться в бой. А, ты хуй какой. Так. Разрешаю убить эту суку. Ты такой гандон, Олег. Ты знаешь, ты вообще что сделал? Теперь челы доверять друг другу не будут. Я подорвал это доверие. Так реально, ты такой гад.
Олег, ты максимальная гнида. Вот и все. Чтоб тебя убило. Так я уже. И победа у нас за Иннокентий WW. Нет, режим максимально охерительный. Я не знаю, наверное, из всех карт, которые выходили, это 10 из 10, возможно. Можно докинуть еще какие-то текстуры, чтобы не среди вот этих боксов бегать. Но эти боксы обозначают зону, поэтому и намного легче понимать вообще, где ты находишься. Ну а так, очень классно. Карта называется Electrify. Если лень искать, то заходи в Telegram, ссылочка в описании, там я оставлю ссылку.